Сколько времени вы проводите в интернете? Минут 30 или 20. 4 часа бывает. 2 часа в день. Примерно 5 часов в день. Минимум 2 часа. Я думаю, час точно. 2 часа. Несколько раз по 30 минут. В среднем 5 часов. Где-то 3 часа или 4. Я захожу в интернет в завтрак, обед и ужин. А сколько времени хотелось бы проводить в интернете? Как раз таки 20 минут. Чтоб я был без лимита. Наверное, весь день. Весь день. Я бы хотела меньше проводить с компьютером времени, потому что у меня много домашних животных и всех охота погладить, понежить. Также час. Максимум 3 часа. Час? Может быть, 3 часа. Хотела бы меньше, но не получается. Я бы хотела весь день. Что ищете в интернете? Иногда основу для видеоигр своих, только для программирования и всякой разной информации, узнавания. Игры часто смотрю, какие можно поиграть по трейлерам, либо просто сразу играю. Прохождение игр всяких. Там разные игры. Обычно я люблю заниматься бумажными драконами и смотреть всякие истории. Я обычно смотрю фильмы. Всякие игры, всякие интересные видео. Иногда еще бываю звездочку Баттерфляй. Я недавно получила телефон, поэтому могу только делать фотки и переписываться с бабушкой. Как, допустим, что сделать? Например, как сделать лук? В интернете я в поисковике ничего не смотрю. Я только, может быть, найду рецепт и всякие фотки смешные, может быть, на обои, на аватарку. Я смотрю мастер-классы по дереву. Что интересного интернет привнес в вашу жизнь? Позитив, хорошее настроение. То, что я стал профессиональной в некоторые игры уже играть. Сделал первый торт. Интернет мне позволяет отдохнуть. Я узнал в интернете очень много нового. Например, как сварить яичницу? Благодаря интернету я научилась делать бумажных драконов. Я оттуда прочитала некое для меня интересное. Например, я узнала, что у страусов 3 желудка. Теперь я могу снимать фильмы про игрушки моего младшего брата. Я узнала, как делать что-либо. Могу общаться, развлекаться с помощью его, а также узнавать новое. Я научилась таким хитростям всяким. Таким красиво одеваться, например, и прически красивые делать. Я стала счастливее и радостнее.